З новостями спорту в студії РТН Давид Табылбаев. Здравствуйте! Стартовал чемпіонат міра по футболу в Росії. В першому матчі хазяева Мундіаля со счетом 5-0 победили сборную Саудовской Аравии. Встреча прошла на стадионе Лужники. Российская команда повела в счете на 12-й минуте встречи, когда мяч забил полузащитник Юрий Газинский. На 23-й минуте полузащитник Алан Загоев получил травму и был заменен на Дениса Черышева, который по занавес первой половины встречи увеличил преимущество российской команды. Во втором тайме третий мяч забил нападающий Артем Дзюба. На 91-й минуте Черышев оформил дубль. Окончательный счет в дополнительное время результативным ударом со штрафного установил Александр Головин. Сборная России в своей группе также сыграет с командами Египта и Уругвая. Стоит отметить, что 21-й чемпионат мира впервые проходит на территории России. Матчи состоятся в 11 городах страны. Групповой этап продлится до 28 июня. Плей-офф начнется 30 июня, а чемпион станет известен 15 июля. Поединку быть. Бой-реванш между боксерами Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным все-таки состоится. Первый их поединок победителя не выявил. Чемпион мира по трем версиям, казахстанец Геннадий Головкин и мексиканец Сауль Канело Альварес договорились обо всех условиях второго боя, передает Вести.кз. Поединок пройдет 15 сентября, в уикенд Дня независимости Мексики. Об этом объявил промоутер Оскар де ла Хойя, представляющий интерес Альвареса. Поединок состоится на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. На кону будут стоять три титула, принадлежащие Головкину. Сам бой запланирован в лимите среднего веса. За предстоящий поединок 3G сможет заработать больше 40 миллионов долларов. Напомню, что первый бой Головкина и Альвареса прошел 16 сентября прошлого года и завершился ничьей, которая вызвала споры среди фанатов и специалистов. Их реванш планировался на 5 мая на той же самой площадке, но был официально отменен из-за проваленных допинг-тестов и последующей дисквалификации мексиканца, срок которой истечет в августе. Восьмидневные баталии выявили сильнейших интеллектуалов. Шахматный турнир в Кустанае «Мемориал Уфимцева» подошел к концу. Шахматисты разных возрастов со всех уголков Казахстана наконец-то получили награды за свои заслуги. Среди обладателей главных медалей оказались и кустанайцы. Мемориал Уфимцева уже несколько лет по совместительству является вторым этапом детского кубка Казахстана по шахматам. Эстафету республиканского старта Кустанай принял вслед за Кызылордой. В нашем городе интеллектуальные баталии развернулись среди детей в различных группах в возрасте до 14 лет. Награды соревнований были разыграны в быстрых и классических шахматах. В итоге упорная восьмидневная борьба определила сильнейших. Айя Даушева была удостоена первого места среди девушек до 12 лет. Ее талант неоспорим, но спортсменка признается, что это лишь со стороны кажется, что победы ей даются легко. В ходе турнира она оступалась, но каждый раз находила в себе силы продолжать борьбу за золотую медаль, уже вторую в своей карьере. Мне попадались только сильные соперники. Иногда я где-то ошибалась, но не расстраивалась и дальше продолжала игру. Но это, конечно, заслуга моего тренера Руслана Павла Владимировича. Я в мемориале Уфимцева участвовала с 2014 года. Вот уже каждый год играю. Это моя вторая медаль золотая на мемориале Уфимцева. Для кустанайцев детский турнир был признан неурожайным. Золото у Аи Даушевой. Призовые места завоевали Рамзан Байдаулетов, Адильбек Адильханов и Алина Рабчинюк. Всего 4 медали. Этого тренерам оказалось мало. Специалисты уверены, что местные воспитанники способны на более высокий результат. Мы не добрали, я думаю, призеров. Бывает, что такой феномен, что вот дома стены не помогают, а наоборот вредят. Где-то отвлекающие моменты, и это вот уже не раз замечал, что те, кто должен был занимать высокие места, они, к сожалению, не выходили на тот уровень игры, который показывают другие города. За успехи игроков командам присуждались кубки. Желанные трофеи разной величины надолго в Кустанае не задержались. Они все отправились в другие области, а главные за первое место в Павлодарскую. Представители этого региона, преодолев высокую конкуренцию, собрали самый большой медальный урожай. Упорная борьба была. У нас три команды набрали по 25,5 очков. И только дополнительный показатель – это коэффициент, как сыграли ребята в команде в общем. Дал нам первое место, то есть у нас 208 баллов дополнительный показатель. И потому что у нас получается до 14 лет мальчики заняли первое и второе место. И вот это дало такой результат. Борьба, она вот так вот обостряет чувства, напрягает. Ребята сплочились больше перед последним туром и все-таки доказали, что они сильнейшие. На данном этапе важен именно командный успех, который и будет учитываться по завершении всего розыгрыша. Следующий тур национального кубка стартует уже через два дня в Астане.
Стоит отметить, что параллельно с детским этапом республиканского кубка проходил и турнир с обсчетом рейтинга, где принять участие могли и взрослые спортсмены. В этих состязаниях кустанайцы уже выступили выше всяких похвал. Они забрали первые две медали. Чемпионом был признан Нурлан Тлеубаев. Следом за ним в итоговом протоколе расположился Тимур Нуржанов. На этом наш выпуск подошел к концу, и я с вами прощаюсь. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. До свидания.